В каких реквизитах первички нельзя ошибаться, иначе расходы снимут? Первое. Наименование и дата составления документа. Второе. Наименование компании, которая составила документ. Третье. Содержание факта хозяйственной жизни. Четвертое. Величина натурального или денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения. Пятое. Должность человека, составившего сделку, операцию и ответственного за ее оформление, либо должность того, кто отвечает за оформление свершившегося события. И шестое. Подписи лиц, совершивших сделку или ответственных за нее с указанием фамилии, имя, отчества и других реквизитов, необходимых для идентификации этих людей. Шесть кейсов для ошибки в первичке мы разобрали в новом 22-м номере журнала «Главбух». Статью эту мы открыли досрочно. Переходите по ссылке под видео и определите, какие недочеты точно надо исправить, если они у вас есть.